Не знаю, это пробный рог был. Какой рог? Пробный? Угу. Сыпать тебе мясо побольше, да? Угу. Только накладывай немного. Хорошо. Вот, все, хватит этого, если это мне. Это тебе. Да я капельку добавила маленькую. Тут маленькая тарелочка. Вот здесь садись, сынок. Виталь, тебе мясо побольше? Нет, мне рис побольше. Светлый, а ты не можешь вон туда сесть, чтобы я так поставила? Если тебе не сложно. Спасибо. Мне неудобно сидеть. Давай сюда тарелку поставим. Не надо, она мне нужна. Приятного аппетита. Наконец-то мы тебя заждались, Святослав. Я уж думала, не закончится это никогда. Некоторые чуть не начали. Приятного аппетита. Ну что, Светлый, вкусно? Не хочу есть, куда мне столько наложить. Сколько съешь? Вот сколько хочешь, столько съешь. Переперчила, да? Ссылку на приготовление плова оставлю в описании к видео. Вдруг у кого возник вопрос. Мне кажется, я прямо сейчас лягу и засну. Я, кстати, подумываю тебе одеяло купить, Виталь. Какое? Какое у тебя? Льняное. Для чего льняное? Я тебе покажу сейчас, да, когда мы поедим. Классное. Обалденное одеяло. По описанию, по отзывам. Там же две кухонные полотенца вот эти мне купила.
Вот эти. Ну, вы видели. Завтрак в Париже или завтрак во Франции называется как-то так. С рисунками очень красиво. Бедный сынок. Приятного аппетита. Кушайте с удовольствием, друзья мои.